смотрю интернет, читаю. И, знаете, зная температуру у человека, а кто его знает? Кто с чем не шутит? Естественно, костюмчик лучше одеть, чтобы себя обезопасить. И тогда будешь спокоен. И перестаньте. Кирилловна, все прекрасно, все замечательно. Ну, еще бы такая ситуация, конечно. Больше он нету. В этой деревне не страшно болеть. Она у всех уколы проколет. У всех, что надо, лекарства какие закажут, привезет. Мы не чувствуем и думаем, Господи, хоть бы она еще пожила сколько, поработала, вернее. Пока она есть, нам совсем не страшно. Никому.